Участники заседания технического комитета ОПЕК плюс обсудили возможность увеличения добычи нефти в апреле на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, рассматривались варианты увеличения производства сырья в мае и июне. Участники собрания техкомитета отметили, что несмотря на восстановление рынка, ОПЕК плюс стоит быть осторожными. Неопределенность еще слишком высока. По подсчетам технического комитета, в январе сделка ОПЕК плюс исполнялась на 103%, при этом страны Альянса исполнили ее на 108%, а не ОПЕК на 95%. Итоговое решение по установлению объемов производства сырья будет принято на министерском заседании ОПЕК плюс, которое состоится 3-4 марта. Перспективы как мировой экономики, так и рынка нефти показывают признак продолжающегося улучшения. Прогресс в области вакцинации от коронавируса продолжается во многих странах, но текущие темпы вакцинации показывают, что у многих развивающихся стран есть риск отставания в этом процессе. Мы надеемся, что международные усилия будут способствовать всеобъемлющему и быстрому доступу к прививкам от коронавируса.